Привет, друзья! Продолжаем путешествие по Днепропетровску. На этот раз 1949 год, и мы увидим, как же впервые в послевоенные годы в Днепропетровске была разыграна первая лотерея государственная. Давайте посмотрим. 3 липня у Днепропетровску відбувся перший тираж виграшів третьої державної позики від будови і розвитку народного господарства Союзу РСР. Голова комісії по проведенню тиража – товариш Гавриленко. У тиражі було розіграно 1 949 250 виграшів на суму понад 520 мільйонів карбованців. Багато з присутніх тут же в виїзній останній хаті одержували виграші по своїх облігаціях. Ну, от така от радість післявоєнної години. На этом все. А в следующем видео я вам покажу, как открывали памятник-бюст генералу Федорову. Тот, который стоит недалеко от театра, сориентируя театр Горького с одной стороны, парк Чкалова вход с другой стороны. Вот здесь он стоит, бюст генералу Федорову. И какие высокие гости были на открытии. Сам Леонид Ильич Брежнев. Так что не уходите с канала. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не прозевать выхода следующего видео. Пока, друзья, ставим лайки.